нашему храму, на территорию нашего храма принесли и подарили вот такую кормушку для птиц. Великолепная деревянная конструкция, малая архитектурная форма, очень эстетически смотрится и на фоне нашего храма великолепного, величественного, и на фоне наших цветов. И, конечно, здесь играет большую роль экологическое земледелие, потому что, привлекая в наш сад птиц, мы наш сад оздоравливаем. Птицы убирают, уничтожают всех насекомых, вредителей, которые в нашем саду поселяются. И в то же время птицы – это эстетика, это и пение, и чирикание. Поэтому приводите своих деток, приходите сами, приносите корм для птичек. Будем сыпать. Вместе с детками будете сыпать сюда корм и будете любоваться. Зимой у нас будут прилетать снегири. Сейчас у нас и синички, и ласточки, и воробьи. В общем, создадим тут эко-поселение для всякой живности. Не только растительной, но и живой. Приходите в наш сад.